господа. А вот и снова мы в прямое включение, так скажем, у друзей зашли, затарились. Золотая рыбка называется на базаре Сарерка. Сегодня будем тестить вот эту прикормочку, как она работает, что такое. Прошу заметить, что я не профессионал, так что если у кого-то это ловится, это прекрасно, отпишитесь. Вот. Если у меня будет ловиться, я, конечно, вам все покажу. А товара здесь прям достаточно. Имейте в виду. Вот такие вот пироги, товарищ. Пожелайте нам ни хвоста, ни чешуи. Мы тем временем... Ни чешуи, а ну, завтра жду за форелью. Да, сегодня у нас мега-трип намечается. Мы, короче, поедем по Вобли сначала на ночевку. А потом, короче, поедем на форель с утра. То есть, давайте прикинем, двое суток уже не спим, не включая новогодние праздники. И сейчас еще, кажется, мы умрем. Ну, ладно. Завтра КАЗ проведу инструктаж по этой теме. Вот, да. Воин света наш покажет нам. Ну что, покатил я. Так скажем, на ночную. Отправляемся вместе с вами. Вот он, скажем, тот самый долгожданный момент. Ждал и дождался. Ну что, в путь. Пожелайте ни хвоста, ни чешуи. Посмотрим, что будет вместе с вами. Ну что, ребзи, а вот он, собственно, и транспорт. Транспорт ТЛС у нас. Вот такой вот. Это с команды Юрий Профиш Владимир. Что, поймаем? Люди говорят, нету рыбы. Надо поехать, пойти проверить, так скажем, да? Да, проверим этот миф. Да, что-то мы не верим. У нас почему-то она чаще всего есть, а у них нет. Посмотрим, так оно ли или нет. Вот на такой карете замечательной поедем. Тракторёха. If you wanna be rich, you got to be a bitch. Ребята, а вот мы не можем пропустить еще одних наших друзей. Вот, и заходим вот сюда. Я думаю, каждому рыбаку это место знакомо. Закупаем тут сейчас опариков. И идем. Ассортимент тут просто бомбезный. Начиная от пирожков, кончая презервативами, есть все. Вот. Так что, ребята, тут точно не ошибетесь. Вот. Ну что, Юрий Профиш, команда отправляется в путь. Посмотрим, проверим миф этот. Клюет, не клюет, посмотрим. Ну, конечно, будет, найдем. Сети кинем, да шутка. А то сейчас мгновенная отписка. Не, мы сеташников там утопим же, которых найдем. Очень-очень-очень много людей. Машин, не знаю, может быть, 50-60. Вот, палаток, это просто штец. Очень-очень много, чрезвычайно прям много. Они стоят ближе. Я почему-то думаю, вот где-то вот здесь попробовать. Вот, мне кажется, где-то здесь должно стрельнуть. Сейчас пройдусь, посмотрю, что там. И вот уже будем от этого плясать. Машин просто тьма, людей тьма тьмущая. Замешать прикормочку. Сейчас немножечко прикормим, так скажем. Вот, посмотрим. Людей просто тьма, как я уже говорил. Никто, говорят, не ловит. Все сидят, ждут ту воблу, которая вот-вот начнет. Сейчас посидим здесь, потом, может быть, к основной массе пойдем. Скажем, если это будет мертвяк. Но мне почему-то кажется, что здесь должно быть. Вот. Ну что ж, давайте зарядим нашу кормушку. Вот. Начнем закармливать пока. Вот. Мне кажется, есть смысл. Вот. Почему бы нет? Отлично. Так, все готово. Опа. Самый выстрел. Вот. Так, видимо, надо шток натянуть ее. Так. Так. Либо тяжело набил, что ли. Вот. Вот так вот опускаем. Ну что, ребят, вот поставили. Вот, сейчас ждем. Вот он пытается на балалайку что-то поиграть, половить. А вот что получится, говорят, на игру отзывается. Не знаю, посмотрим.
сидим, посмотрим. Когда кормили, столько тишина. Ой, я кормлю баба. Ломаю ногой. Стульчику кормлю. Ну что ж, включимся, когда будет клевать что-либо. Ребят, вот уже второй часик идет. А у нас все так же тихо. Даже кивочек, короче, не играет. Никак, абсолютно. Вот. Тишина что у нас, что дальше, что у вас. То же самое. Переехал я на новую локацию. Вот сейчас посмотрим, как тут дела обстоят. Не знаю, может, что будет на неприкормленный. А что, вот всякое бывает, кормишь, а кормишь ты его не тем. Вот, всяко. Сейчас посидим, посмотрим. Вот. На одну удочку посидим. Всем утер нос сегодня. И вот сейчас счастливый поедет домой. Спасибо Абзалу за прикормочку. Пока тихо. Вот. Сейчас говорят, вот на вот это посидеть рекомендуют бывалые. Ну, мы слушаем тех, кто советует. Сейчас попробуем. Вот. На мотыля, да, с опарышем? Бутерброд. Что, мотыль? Одну красную. Ага. Всё. Всё, Рахмет. Вообще от души. Ну, наконец-то хоть увидел, как дернуло. Вот. А народ все подваливает. А мы тем временем ждем. Вот. Его посмотри уже в воде, блин. Да мы сами уже в воде. Опа, иди сюда. Ну, наконец-то, родная. Первый? Ну, сейчас прям аж завизжу от счастья. Вот она, смотрите, товарищи. А вы орете, рыбы нет. Ну, что там, обманывали все-таки, получается. Заглотила-то как-то. Ползу, Боба. Так. Сейчас. Врешь, не уйдешь. Так, ну что, ребята. Вот мы и дождались, как говорится, последний из магикян, кто под попой. О, Ромка отличился. Ну-ка. Демонстрирую публике. Вот я тоже переживаю за это. Блесочка тоненькая. О, мои поздравления. Ну-ка демонстрируй на камеру. Отлично. Давай. Смотри, онлайн поклевочка была, кажется. Вот он идет. Хорошую тащу, слушай, а? Прям. Вот она. Вот это бомбочки подходят. Смотрите, ребят. А? Красота какая. Вообще обалдеть. А, я ее даже забагрил. Или пасть порвал. О, а, ну, да. Короче, за подбородок поймал. Как сказал. Вот она. Сейчас покачивала. Вот она есть. Отлично, вот она. Хорошая опять. И очередной раз прекрасный экземпляр. Вот такие вот. Кто? Здесь рыбы нет. Так. Сюда садился два человека было сейчас. Вокруг человек 500. Причем самый последний я начал ловить. Опа. И тряпка ушла, и рыбка.
уйдет сейчас, наверное. Так, не уйдешь. А, да та самая рыба, которую стоит. Наверное, ее отпустим, чтобы кто-нибудь другой поймал ее. Вот так вот. Здоровая, побитая, правда, сетями. Она есть. А, сошла. Ну ладно, что бывает. Как раз хотел проверить, как у меня ситуация по опарику. Но он зацепился еще до полной кучи. Вот она есть. Нормальная такая идет. Ух ты, да ёптать. Вот это прям монстрик, да. Вот так вот. Серебристый монстр. Взял на моего осьминога. Так. Крючки, конечно, обалденные. Прошивают. Такой вот у меня монстрик. Хорошо, что заснял. Вот. А клюет так главное, как аккуратненько, как мелочь. Рыба моя, мечтый ветерок, как бьется-то, уйдет скотина. А нет, хорошая опять. Чуть дольше жду, но зато, ой, мама, до самой, ну, до самой попы. Хорошенькая. Вот она, скажем так, теория больших насадок. Больше насадишь, больше поймаешь. Вот так. Такая вот теория заговора. Понимаю, в облохе. Вот такая вот здоровенькая. Не иначе. И заглатывает, главное, жадно. До самого, скажем, до конца, короче. Я ж говорит, посмотрел, да? Интересно. Дело выглядит тоже не выглядит, как всегда, до самой воды очень много, ноги намочил. Вот это хорошая идет зверюга. Ты не кажется, или у тебя чего какой-то странный? Да, во-во, вот так вот видно. Опа, кто-то идет. И главное, сама вверх выпрыгнула. Вот так вот. Есть контакт. Еще как-то странно она зацепилась. Обмотал ее всю. Ладно. Дам тебе шанс.
Вобла уже тут можно какая-то, как в аквариуме плавать. Спокойно. Одна вот такая здоровенная, это еще больше, чем та. И также, как всегда, до самой попы. Так, господа, ждем. Стоит тут одна, тут и тут, все стоит на пасту. Вот, не знаю, посмотрим, может что зацепится. Ну что-то пока голяк, даже ни разу не делинкнуло ничего, не кивнуло. Вот. Стоим, ждем. Сейчас, я думаю, чуть попозже переделаю. Поставлю сырную, все-таки чайкану пару шариков. А вот шарахнет. Будем стоять, смотреть, что получилось, поклевочка. Вот. Но не у меня. Очень рядом, метров 10 где-то. Вот сейчас сюда микс нацепил, вот сюда икру, а на ту тоже сырная паста. Вот тут икра, вот китовая вроде как. Вот она, форелечка. Поймали одну. Ты почему думаешь, не клюет у меня? Ладно, у тебя клюет, но не ловится. У меня почему не клюет? Не знаю. Лошара, наверное, по жизни. Форелевый. Ты как думаешь? Ой, оснастка не хватает. Оснастка? Это... То есть у тебя тоже, видимо, тогда? У меня то же самое, что у тебя стоит. У тебя груз стоит и стопор? Нет, стопора нету. У меня стопор стоит. А о чем отличие? Регулируешь. А, ну он у меня регулируется. А, на грузике, да? Получается? Грузик я могу подвинуть, я его сильно... А, не... скользящий, да, получается? Нет, он... Этот, получается, бусинка. Ага. Я ее защемил, но не сильно. То есть я могу регулировать. Ну, что, длину какую поставил? А, на той я поставил около метра. На той поставил сантиметров 35. На этом где-то сантиметров 15-20. На опарыша, который... Пучок опарыша с пенопластом. Вот как-то так. Но не клюет, а? Но не судьба, не сегодня. Ну да, и не завтра, и не послезавтра. Мы поймали ровным счетом ни это, ничего. Вот. Даже заматериться хочется. Да, вот. А там поймали. Обидно, блин. На толпу. Ну, по одной, так скажем. Вот поймали, вон там. А мы не поймали. Ну вот, что поделаешь. Вот везучие мы, видимо. Что скажу? Ничего я не скажу против такого. Рыбу будем глушить. Такая вот петруха, товарищи. Салюта. Так что, всем ни хвоста, ни чешуй. Вот вам и рыбалка на седьмом нагульном. Первый раз приехал и, короче, ничего не поймал. Приуныл, конечно, я немножко. Тут хвалили вот такие, говорит, лобстеры плавают. Что-то я их не увидел. Как-то так. Будем ловить воблу. Вобла, да, интересно. В этом видео как раз есть про воблу. Там гораздо интереснее экшен был, так скажем. Поехали мы домой. Вот. Вот по таким оффроуд, скажем, моментам. Опа! Очень сложно, скользко. Но уходим. Так вот, ни с чем. Вот. Ну что, ребят, всем хороших рыбалок.